Здравствуйте, дорогие друзья! Я сотрудник библиотеки Богомолова Алла Николаевна, библиотеки имени Егора Исаева, город Воронеж. Хочу принять участие в 14-м международном литературно-онлайн-марафоне «Михалков.ком. Как бы жили мы без книг». Организатор – централизованная библиотечная система Кировского района, город Санкт-Петербург. Заяц-симулянт. Наступил как-то медведь зайцу на любимую мозоль. «Ой, ой!» – завопил заяц. «Спасите, умираю!» Испугался добряк медведь. Жалко ему стало зайца. «Извини, пожалуйста, я ведь не нарочно. Я нечаянно тебе на ножку наступил. Что мне от твоих извинений?» – застонал заяц. «Остался я теперь без ноги. Как я теперь прыгать буду?» Взял медведь зайца и отнес к себе в берлогу. Положил на свою койку, стал зайцу лапку перевязывать. «Ой, ой!» – громче прежнего завопил заяц, хотя ему на самом деле было совсем-таки не больно. «Ой, ой! Я сейчас умру!» Стал медведь зайца лечить, поить, кормить. Утром проснется, первым делом интересуется. «Ну как лапка косой, заживает?» «Еще как болит!» – отвечает заяц. «Вчера вроде бы лучше стало, а сегодня так ломит, что и вовсе встать не могу». А когда медведь уходил в лес, заяц срывал повязку с ноги, скакал по берлоге и распевал во все горло. «Мишка кормит, Мишка поет, ловко я провел его, а меня не беспокоит ровным счетом ничего». Обленился заяц, ничего не делая, стал капризничать, на медведя ворчать. «Почему ты меня одной морковкой кормишь? Вчера морковка, сегодня опять морковка. Искалечил, а теперь голодом морешь? Хочу сладкий груш с медом». Пошел медведь мед и груши искать. По дороге встретил лису. «Куда ты, Миша, такой озабоченный?» «Мед и груши искать», — ответил медведь и рассказал всю лисе. «Не за тем идешь», — сказала лиса. «Тебе за врачом идти надо». «Где ж я его найду?» — спросил медведь. «А зачем искать?» — ответила лиса. «Разве ты не знаешь, что я второй месяц при больнице работаю? Проводи меня к зайцу, и я его быстро на ноги поставлю». Привел медведь лису в свою берлогу. Увидел заяц лису, задрожал. А лиса посмотрела на зайца и говорит: «Плохи его дела, Миша. Видишь, какой у него озноб? Заберу-ка я его к себе в больницу. У меня волк по нужным болезням, большой специалист. Мы с ним вместе зайца лечить будем». Только и видели зайца в берлоге. «Вот он и здоров», — сказала лиса. «Век живи, век учись», — ответил добряк медведь. И завалился на свою койку, потому что все время, пока у него жил заяц, сам он спал на полу.